18 июля православные отмечают День памяти Сергия Радонежского. Праздник еще называют «Летний Сергий». Именно в этот день были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского, основателя Троицы Сергиевой Лавры и одного из наиболее почитаемых на Руси святых. Божественную литургию посетили губернатор Андрей Воробьев, депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава района Михаил Токарев. Патриарх Московский всея Руси Кирилл возглавил богослужение в Успенском соборе, а затем молился вместе с верующими на соборной площади Лавры. По окончании богослужения патриарх обратился к участникам торжеств с первосвятительским словом. Преподобный Сергий стал нравственным эталоном, стал идеалом жизни народа. И не так уж часто бывает, чтобы монах, отшельник, человек, погруженный как бы в свою собственную внутреннюю духовную жизнь, не просто явился бы примером для желающих жить по монашеским обетам, но чтобы он стал духовным светочем для всей нации, для всего народа. Почтить память преподобного Сергия приехали сотни верующих со всей страны. Что для вас этот праздник? Счастье, радость, любовь, благодать Божья. Ну, это имеет большое, конечно, значение. Столько людей собралось здесь, и патриарх служит, и все митрополиты, и епископы почти собрались. Служба прошла так замечательно, так необыкновенно красиво и благодатно. Невозможно забыть эту службу. А мы из Святки, из Краснодара, Ксения из Москвы. Скажите, пожалуйста, вы специально на Летнего Сергия сегодня? Конечно, он же всем помогает. Кто у нас учится в институте? Вон МГУ у нас. Вот, все Сергию, большое спасибо. Вот, это тот человек, который, собственно, стал нравственным ориентиром для всех наших русских человек. Поэтому, собственно, мы приезжаем сюда, чтобы почтить его память, чтобы зарядиться чем-то светлым, хорошим. Ну, это наша сила, то, что мы, вот источник наш, то есть убери это все, и мы пропадем. По окончании богослужения гостей праздника по многолетней традиции накормили благотворительным обедом. Екатерина Фурсова, Евгений Шевченко. Программа «События».